Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я студентка, заканчиваю второй курс в педагогике. Ну вот уже около полугода делать мне совершенно ничего не хочется. Набрала долгов, стала получать плохие отметки. И если год назад мне было не плевать на такие оценки, то теперь мне абсолютно все равно. Не знаю, что и делать. Когда начинаю делать задания, до конца ничего не довожу. Я очень хочу нормально учиться, чтобы закончить это обучение, но никак не могу собраться с силами. Ну, в первую очередь, здесь мне задается вопрос, то есть, собственно говоря, какой запрос вот, к нам, к психологам, да, то есть, вроде бы, он очевиден. Вы хотите нормально учиться, вот, но, как бы, это ваше такое вот общее желание, а чего вы хотите от нас, чего вы хотите от психологов, не совсем понятно. То есть, как в рамках нашего взаимодействия будет реализовываться ваше желание. Теперь. А здесь у вас проблема с мотивацией. Во-первых, как я думаю, полгода назад, скорее всего, что-то произошло, вот что-то случилось полгода назад, что вам перестало хотеться учиться. Вот, вероятно, вы получили какие-то новые впечатления. Вот. Так оно бывает, что человек живет в определенной парадигме, вот, а потом, получая новые впечатления, выходит из этой парадигмы и понимает, что, в общем-то, она ему не совсем, что называется, подходит. А подходит ему, там, словно говоря, несколько другое. Вот. То есть, по факту, мы говорим сейчас о изменении, о вашем изменении. Мы говорим о том, что вы изменились, мы говорим о том, что вы стали немножко другой, мы говорим о том, что ваши ценности, ваши приоритеты стали другими. Но вы этого не замечаете, вы этого не признаете, судя по тому, что я вижу, вот. И, соответственно, продолжаете себе себя как-то вот мучить, да, продолжаете себя заставлять, продолжаете пытаться, значит, идти, собственно, прежним курсом, вот. А прежний курс, как это не парадоксально, не работает. Уже. То есть совершенно очевидно, что тот курс, который у вас был, он не работает сейчас. Вот. Тот курс, который у вас был, не оправдывает ваших ожиданий, не оправдывает того, что вам хочется, и учиться, соответственно, вам уже никакого желания нет. Если нужно разобрать, что стоит за вот этой историей о том, что вам не хочется учиться больше, ну, на мой взгляд, по крайней мере, необходимо разобраться в этом. Потому что так просто, вот, ну, то, что вы говорите, да, вот так вот просто, что просто не хочется, ну, просто перестал, точнее, хотеться и все, ну, это немножко, знаете, не объясняет несколько природу, скажем так,
вашего состояния, да, то есть объясняет, но довольно поверхностно, скажем так. Вот. А по факту ситуация может быть несколько глубже, несколько сложнее. Вот. По факту ситуация может быть несколько, ну, я бы сказал так, уникальная. Вот. И, соответственно, смотреть на нее, ну, нужно с позиции ваших изменений, на мой взгляд, а не с позиции, например, то, что вы там, грубо говоря, ну, хотите вот нормально учиться, да, и, соответственно, себя изо всех вроде бы вот сил пытаетесь заставлять, да, но как себя, в принципе, не заставляет, все равно заставить себя, там, условно говоря, делать то, что вам не хочется, да, ну, очень-очень сложно. Поэтому, если вы, грубо говоря, обратились к нам, к психологам, за тем, чтобы мы вас заставили учиться, заставили именно вас учиться, вот, то я должен, наверное, вас разочаровать, потому что, ну, заставлять вас мы все-таки, наверное, не будем. Вот. Заставлять вас мы не будем, потому что это немножко не наша стезя. А вот разобраться, допустим, с тем, да, что с вами происходит, вот, разобраться с тем, соответственно, какие у вас, ну, грубо говоря, могут быть противоречия, конфликты, да, что для вас вообще педагогика, в принципе, значит, да, как бы, то есть, ну, может быть, вот, педагогика это, конечно, хорошо и здорово, но, может быть, вам это не совсем по душе, может быть, сейчас что-то изменилось, вы поняли, что педагогикой заниматься вы еще не хотите. Вот. То есть, на мой взгляд, здесь, конечно, вот нужно разобраться, да, и не торопиться как-то вот к себе так относиться карательно, я бы сказал. То вот, что, на мой взгляд, сейчас вы делаете, ну или пытаетесь делать. Вот. Ничего хорошего, кстати говоря, из этого тоже не получится. Вот, потому что, ну, вы живой человек и, соответственно, как-то вот, на мой взгляд, нужно понимать, да, что то, что с вами происходит, это вот такой своего рода сигнал, вот, это сигнал о том, что вам, ну вот, чего-то не по душе, что вам чего-то не хочется. Это абсолютно нормальная история. Но для этого нужно признать, что вы не такая, какой вы привыкли себя считать. Для этого нужно признать, что вы что-то еще дополнительно сейчас чувствуете. То есть вот помимо обычной, привычной, я бы сказал, истории, да, вот, помимо этого,
Ну вот вы чувствуете, что-то лишь. Вот. Что именно вы чувствуете? Сказать, конечно, сейчас нельзя. Возможно, вы чувствуете, что педагог это не совсем вот, вообще то, что вам хочется. Вот. Возможно, вы чувствуете, что педагог это не совсем то, что вам нужно вообще. Вот. Возможно, вы чувствуете, что вам как-то тяжело. Вот. И так далее. Возможно, вы чувствуете, что вообще пошли в педагогику в основном для того, чтобы там чьи-то ожидания реализовать. Например, ну, ожидания вашего окружения. Да, кого-то. Или что-то еще. То есть здесь на самом деле гадать можно очень долго. Вот. Но просто хочу обратить ваше внимание на то, что вы довольно поверхностны, я бы сказал. Ну, вот, крайне поверхностны. Описывайте свое, значит, состояние. То есть просто полгода назад перестал хотеть, теперь ничего не хочу. Ну, что-то изменилось. Вот. Что-то изменилось, что-то произошло. У вас был какой-то опыт, может быть, позитивный, может быть, негативный. Вот. Я не думаю просто, что вы вот, ну, таким образом живете, что вот просто что-то происходит, и вы, ну, уже как бы реагируете на это, да? Вот, я думаю, что нет, я думаю, что живете вы не так, ну, вот, но я думаю, что либо вы не придаете этому значения сейчас вообще, либо вы не придаете этому значения. Вот, либо вы не хотите говорить «мам», вот, либо тут есть какая-то еще история, о которой вы нам, опять же, не поведали здесь. Вот. Дальше. Что касается, ну вот, того, что вы не доводите до конца. То, что начинается. Вообще, это про страх неудачи. Вообще, это про страх неудачи, вот. Который, конечно, несколько меняет. Восприятие вашей ситуации. Вот, я бы так сказал, потому что вполне может быть, что вы начали бояться чего-то не смочь. Да, то есть вы неплохо учились, пока, ну, пока не начали бояться. Ну, грубо говоря, потерять то, что у вас есть. То есть пока вы не начали бояться там, что вас очистят, пока вы не начали бояться, что не сможете, я имею в виду, стать тем, кем вы пытаетесь стать, да? Вот. Я не знаю, кто это, педагог, учитель. Вот, преподаватель, может быть, еще кто-то, социальный работник, может быть, вот. Так вот, вообще, довольно сложно, конечно, сейчас об этом как-то говорить, вот, но, тем не менее, вот, то, что вы говорите, это вот страх неудачи. И страх неудачи — это история,
С одной стороны. С одной стороны. Эта история может быть про достаточно низкую самооценку, с одной стороны, когда человек вот, ну, он как бы думает, да, что я ничего не смогу, у меня ничего не получится. Это с одной стороны. И с другой стороны, здесь может быть история про перфекционизм. Вообще эта история, в принципе, все про одно и то же. Я бы сказал. Вот. Эта история, я бы сказал, про одно и то же. Просто, ну, так легче идентифицировать, да? Не всегда низкая самооценка связана с перфекционизмом, но перфекционизм всегда связан с низкой самооценкой. Вот, поэтому такая вот корреляция, она, к сожалению, присутствует. Поэтому нам нужно тоже этот момент обязательно постараться зафиксировать, чтобы не было какого-то вот недопонимания, чтобы не было каких-то, ну, непоняток, вот, между нами, да? Понимаете, понимаете, о чем идет речь сейчас. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу сказать. Да. Ситуация неприятна. Это правда. Ситуация на самом деле неприятна. Это правда. А то, что вы там, грубо говоря, можете, значит, ну, быть отчислены, да, тоже неприятно, согласен с вами, согласен, с вами согласен. Вот. Нужно решить, что делать вам дальше. Вот. Да, не так страшно быть отчисленным. Вот. Не так страшно быть отчисленным. Как, например, не знать, чего вы хотите. Как, например, не знать, ну, условно говоря, к чему вы стремитесь. Ну, это вот гораздо страшнее. На мой взгляд, конечно. На мой взгляд, конечно. Вот, я понимаю, что я человек со стороны, вы можете сказать, что мне легко судить и всякое такое. И вероятно, вы будете правы в какой-то степени. Но, тем не менее, мне хочется верить, что вот то, что я сказал, в том числе, наведет вас на определенные мысли и даст возможность, ну, как-то вот решить для себя, что вы будете делать дальше, вот, как вы будете действовать и так далее. Потому что сейчас вы находитесь в таком вот аду своем личном, и вам, конечно, сложно. Вот идеально это походить на психотерапию, вот это идеально было бы, чтобы кто-то вы могли бы, ну, для себя понять какие-то вещи. Это было бы идеально. Идеально было бы походить на психотерапию. Вот. Но как вы на самом деле захотите, это уже неизвестно. Вот.
Могу сказать, что без психотерапии этот вопрос решается крайне травматично. Он решается, но решается крайне травматично с довольно серьезным влиянием на будущее. Вот. Потому что ну, если вы будете вставлять в себя что-то дело, игнорируя те изменения, да, которые с вами произошли, вот, то в будущем это может отразиться в целом на вашей карьере. Вот. Карьере абсолютно любой, да, то есть как бы. Но абсолютно любая карьера. Неважно, что вы будете делать. Вот. Ну а депрессивных, недовольных людей, недовольных своей, там, условно говоря, работы и жизнью людей, да, мы видим, на мой взгляд, достаточно много и так. Чтобы, собственно, ну, их было еще больше. Поэтому решать эту сторону, конечно, вам, вот, только вам решать, ну, грубо говоря, как вот действовать в этой ситуации, непростой ситуации, безусловно, для вас. Ну, я надеюсь, что решение будет вами принято. Скажем так, максимально корректно и максимально с учетом ваших интересов. Вот. Да, потому что, ну, это как бы вот необходимо. Для дальнейшего вашего успешного, я бы сказал, существования. На этом все, в принципе. Я хочу пожелать вам всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, что позволит вам начать работу над собой. Всего вам самого хорошего и успехов в познании себя.